Открой рот! С юбилеем! 10 лет — это невероятно круто. Хотя, с другой стороны, для события планетарного масштаба, для чемпионата мира, по чтению вслух на русском языке, 10 лет вовсе и не срок. Я с чемпионатом больше 7 лет, чему невероятно рад и нескромно вам признаюсь. Горжусь этим. И всегда с удовольствием указываю о том, что когда-то в 2013 году я стал чемпионом России по чтению вслух. Очень и очень надеюсь, что буду участвовать и в дальнейшем в событиях «Открой рота». Хотя в жюри меня не зовут, ведущим тоже не приглашают. А, нет, в жюри один раз было. Напросился как-то на отборочном туре в Красноярске. Ну да ладно, сейчас не об этом. Сейчас о том, что я желаю всем вам крепкого иммунитета и здоровья. Умение жить красиво, умение любить и быть любимым. Ну и, конечно же, смелости жить на полную катушку. Поздравляю от души. Увидимся как-нибудь на «Открой роте». С уважением, искренне ваш, Макс Антипов. Пока.